А ты в окно посмотри. Посмотри, как люди живут. Куда страна катится. Посмотри, печка, блядь, почти уже все разрушена. Кто починка сбидала? Чепурек пойдем возьмем. Водочки? 4 пол-литровочки. Я ночью хочу провести свободу. Ребятов, пока и нет. Поговорку знаете, да? Трезвые сытому не товарищ. Да все будет нормально. Мы обосрались все буквально. Я тебе серьезно говорю. Нет. Я не хочу пивка. Я водки хочу. Хочешь чепулек, иди работай. Иди вон травку покоси. Кони и те от работы дохнут. Легко вообще. Буду работать. Буду работать, это не вопрос. Что-то я не верю. Иди работай. Да, конечно, пойду. Ты думаешь, я не могу работать? Тебе нельзя у нас работать. Почему? Ну почему, почему? Съедят. Сынок квартиру себе нашел на кладбище, а я-то бомжую. В смысле? Почему? У меня-то нет жилья никакого. Ага. И все-таки это лучше, чем ничего. Это мне вот взять одеялко и вот тут вот только жить, пока просто он меня не раздавит. Не дави на мозоли. Дали мне трехкомнатную, мы зашли туда. И что я увидела? И что? Там трехкомнатная, там такая аварийная. Ничего нового, ничего. Там ни газа, ни умывальника. А где мне все взять это? Готовь бабло. Я газ я не смогу, у меня не на что купить. Скажи, пусть американские презервативы купит. Это вот я вот так сяду и буду сидеть. И ждать своей смерти, что ли? Замедление смерти подобно. Да. Житие мое. Все в негодном состоянии. Ну тогда что же довело вас до такого состояния? Проблема реновации жилья нас, видимо, вообще не коснется. Что ж, видимо, нам повезло. То есть у нас получается все хорошо. Было хорошо, будет тоже нормально. Россия, Родина. Все это пустой звук. Вот такая сильная страна. Мне кажется, тебе необходима перемена воздуха. Но мне кажется, то, что вот наша Россия и наш президент, который ведет ее к чему-то постоянно и поддерживает. А ты это к чему? Мне кажется, у него самые разумные речи, то есть выводы и какие-то планы, чем у остальных стран. Молодежь. Школьников, студентов с самого с детства делают идиотами с раздвоением личности, либо просто даже не раздвоение, там нет даже личности, им запрещают думать. Им говорят готовые вот эти трафаретные формулы, и они повторяют это бредятину. Мудрые слова. Вот что касается целей жизни, это сложный такой вопрос. Че ты такой сложный, а? Здесь много разных формул. А одна из них такая. Какая такая? Такая. Жить надо ради того, ради чего можно умереть. И пусть это будет поскорее.